В Институте лингвистики и международных коммуникаций впервые прошел фестиваль ELIC International Fest. Образовательные лекции, песни и конкурсы – все это части одного масштабного события. Это фестиваль, который помогает нам собрать студентов разных стран, наций и народностей. ЮРГО – это многонациональный университет, где учатся более 2000 студентов. Наша задача – объединить всех студентов, независимо от того, из какой страны они, что они изучают, где они учатся. Поэтому вот здесь Институт лингвистики и международных коммуникаций послужил как вот такое объединяющее начало. В языковом фестивале приняли участие студенты всех направлений Института лингвистики и международных коммуникаций. Они научились считать на китайском, узнали о том, как празднуется Рождество в Испании, а также прослушали лекцию о сингальском языке. Идея создания такого мероприятия возникла еще в сентябре этого года. Организаторы планируют сделать фестиваль традицией, ведь это большая возможность узнать больше о культуре других стран. Una pucariga se va mi patin a garrir.